Окей, всем тихо вечер, с вами Лизард. Это Лизард хочет поговорить 3. Да, третий выпуск, потому что планирую с вами кое-что обсудить. Во-первых, будущие каналы. Честно, видео не выходит уже 3 недели по нескольким причинам. Основной из этих причин является учеба, так как надо налегать на учебу, но сейчас я не хочу сильно останавливаться на этом. Еще дело в том, что в планах у меня сейчас 8 видео. Правда, вопрос. А ждете ли вы эти видео? Нужны ли они вам? Просто порой, смотря на просмотры и активность, мне кажется, что те же разговорные видео или мысли вслух, или тоже Лизард хочет поговорить, вам нравятся больше, чем теории, музыкальные видео, будь то кавера, или ремиксы, или даже новости по игре. То есть, вам не нужны. Все это привело меня к такому выводу, что, может быть, мне попросту перестать делать теории и уйти в творчество? Или наоборот, уйти из творчества, но при этом делать только теории, только новостные видеоролики? Вот. Если уйти в творчество, то будут выходить от меня только треки, спидпейнт, я все же осмелюсь их делать. Конечно, будут выходить всякие прохождения игр или нарезки со стримов, но не более. Теорий вообще не будет тогда. Просто заметил, что теории на канале собирают меньше всего, и плюс теории как формат сейчас на ютубе отчасти помирает, я бы сказал, потому что делаю теории по играм, которые людям либо неинтересны, либо эти игры сами по себе мертвы. Тот же BTDR, Dark Deception, который переносят по 8-10 раз. С FNAF, который там, ну, он как более-менее живой, но там уже все раскрыто, все везде открыто, все сказано, рассказано. Ну и также чутка весенний упадок сил, из-за чего порой мне сложно найти энергию, хотя бы, чтобы сделать сценарий к видео. Просто, ребят, сейчас мне очень важно ваше мнение, от него буквально зависит судьба канала. Что лично вы хотите увидеть от меня на канале? Пишите в комментарии об этом, пожалуйста. Это очень поможет мне и поможет каналу остаться живым. Если вдруг у вас не получится с комментариями, то можно будет написать об этом в моем дискорд-сервере, место ящерки, ссылка на который будет в описании. Пока там мало людей, из-за чего сервер может казаться мертвым, но если вы поможете и придете туда и будете общаться, то сервер будет живым и даже более ламповым. В принципе, да, на этом все, так как это видео не является таким разговором, оно больше является криком вообще ситуации в целом и криком о помощи, чтобы вы хотя бы, я надеюсь, что хотя бы сейчас вы откликнетесь и все же напишите, что мне делать с каналом, то есть делать мне только теории, только творчество, оставить все как есть, то есть и теории, и творчество, или уйти с того и с другого и приняться за что-то еще. Если что-то еще, то напишите, конечно, об этом в комментариях. На этом, в принципе, все. Я буду рад вашим лайкам и комментариям. Также не забывайте заходить на мой сервер в Дискорде, потому что я хочу сделать его живым, ламповым и пообщаться лично с вами. Ну а на этом все. Всем пока-пока. Люблю вас.